Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Переворот». Будильник сработал, и я на ногах. Спешу, как обычно, сюда. Не знаю я, с переворотом в мозгах, смогу ли я совладать. Кручусь, словно белка в колесе, свалившихся сверху проблем. Живу я немного не так, как все. Увы, не завидую я всем. Хотел бы улучшить я свою жизнь, с судьбой перестать быть на «вы». Но ждут впереди лишь одни миражи. Не видно конца им, увы. Спасибо.